Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатару Вашаке Пасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавашна Бевджо Наму Намаха Мукан Кароти Вача Ланг Пангунг Ланг Хайте Грим Джатки Патаманг Ванди Парамананду Мадвам Бриндавай Тулсиде Байпиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеша Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуну Дхейям Сада Парибхавагна Мавишту Духам Тетас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Ветатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллава Накачандамани Чатая Биспуриджита Кимапика Павадуша Адарши Пурунану Рагра Сасагра Сару Муртихи Сарадика Майкада Кифам Каруси Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канака Бадату Санкиртанай Капитару Камала Хитакшо Вишамбару Диджавару Джугадхарма Палау Банде Джагат Приякару Каруна Батару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивва Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавану Рупенна Сада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бхивишита Бхама Бхагам Нараяно Прияманангу Мадапахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Бхаги Саджасва Бадане Лакшми Джасача Бхакшаси Джасьясти Хидая Самбид Пам Нишинга Махам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе
Амеддапурне кримикита санкуле савхава дурганди вининдитантари калевари мутте пуриша бхавите раманти мура бираманти пандитаха. Амеддапурне кримикита санкуле Амеддапурне кримикита санкуле савхава дурганди вининдитантари Кале варе мутре пуриша бхавите раманти мура бираманти пандита. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: когда мои глаза не захотят видеть ничего материального, уши не захотят слышать ничего материального, когда мой язык прекратит говорить о материальных вещах, когда все мои органы чувств, перестанут быть связаны с материальными объектами, лишь тогда мы сможем начать настоящий харибаджан. Только тогда мы по-настоящему задумаемся о Харибаджане. Если мы постоянно отвлекаемся на материальные вещи, черпаем наслаждение от этого, когда уши хотят слышать о материальном, язык хочет наслаждаться разными вкусами, пока органы, наши органы чувств наслаждаются, мы не можем начать Харибаджан. После того, как уйдут анартхи, другими словами, это процесс избавления от анартх. Когда мы избавимся от них, мы по-настоящему задумаемся о Харибаджане. Шрила Сачитананда Бхактивинод Такур сказал: многие повторяют Харинам, ставят тилаку, украшают свою лоб тилакой, живут в дхаме, или имеется в виду, посещают дхаму, совершают паломничество, принимают прасад. По крайней мере, думают, что они принимают прасад. Но почему же так много... Эти люди принимают Харинам и говорят, что приняли прибежище лотосных стоп Садгуру. Они повторяют Аник, посещают храмы, паломничество по Дхаме совершают, постятся на священные дни. Но почему же так много различия между Бхактивинода Такура объясняет это тем, что они не понимают, что совершают апарадхи, осознанно или неосознанно. Порой это происходит осознанно, порой нет. Именно из-за этого они не могут осуществить прогресс. Продвижение не происходит. Они, может быть, и совершают баджан, но в процессе они совершают оскорбления. Вайшнава апарадхи, нама апарадхи, дхама апарадхи. Поэтому-то должного прогресса и не происходит. Поэтому Бхактивинода Такур советует нам, прежде чем начать Харибаджан, необходимо хорошо понять 10 аппаратов, быть осведомлены о 10 аппаратах. Нама аппарат, хама аппарат, вашнава аппарат, гуру аппарат, гуру авагья.
необходимо очень хорошо знать об этих оскорблениях и быть осторожными на их счет. В противном случае мы не сможем развиваться так, как могли бы. Итак, Бхактивинода Тхакур советует нам прежде всего понять, что такое апарадха, понять, узнать о всех разновидностях оскорблений, и затем мы сможем приступить к Харибаджану. Существует много оскорблений, много апарадх, и все они являются препятствиями на нашем духовном пути. В связи с этим Прабхадананда Сарасвати Пад пишет: путь Харибаджана полон шипов, устлан шипами. Насколько гуру вайшнавы внимательны по отношению к оскорблениям? Насколько они внимательны и осторожны? Когда происходит, когда что-то... Они всегда знают, как вести себя в той или иной ситуации, так будто бы кто-то свыше информирует их. Они знают, как нужно поступить, чтобы избежать оскорблений. Поскольку это знание посылает им Верховный Господь. Самое лучшее, что мы можем сделать, это обрести Тринада Пибхаву, обрести смирение, поскольку когда это произойдет, все мои аппаратхи, большинство из моих аппаратов покинут меня. Главное, то есть самая большая проблема — это отсутствие смирения. Все, большинство проблем возникают по этой причине. Лишь потому, что у нас нет должного смирения. Если есть Пхава Тринадапи, большинство проблем просто не возникнут. И тогда мы сможем осознать Харибаджан. Но если мы не почувствуем вкус баджана, мы станем выискивать недостатки в окружающих. Когда вы наслаждаетесь баджаном, вы удовлетворены. Вы счастливы. Соответственно, ваш ум не направлен на окружающую среду, на окружающих. На выискивание недостатков. Это естественный процесс. Вы сосредоточены. Нам необходимо всем посмотреть внутрь сердца. Посмотреть на свое сердце, сколько там грязи, сколько порочных желаний, насколько грязно сердце. Если в сердце присутствует кама, оно сквернено. Нет камы, нет осквернения. Чистота. Чистые преданные лишены камы, поэтому они напрямую связаны с Бхагаваном, с трансцендентным миром. Попробуйте осознать это. Они, несмотря на то, что здесь, имеют прямую связь с Господом, с трансцендентным миром, с Вайкунтха Джагат. Они находятся в постоянной связи с Бхагаваном, с его лилами. В соответствии с наставлениями Махапрабху, каждый должен совершать санкиртану 24 часа в сутки.
Вайшнавы постоянно должны совершать хари санкиртану или какое-то служение. Но служение, но внутри должно не прекращаться, не должна прекращаться санкиртана. Харинам должен постоянно звучать. Все общество можно разделить на две части. Общество преданных. Кришна бхакты обладают дайва бхавой. Они полностью чисты. Другая часть общества — асуры. Они наполнены желанием наслаждаться. Другими словами, это демоны. Как правило, в них преобладает раджагуна. И присутствует тамагуна. А те, у кого преобладает тамагуна, зовутся ракшасы. У них есть и раджагуна, и совсем-совсем чуть-чуть сатвагуны. Капля, пару капель — это ракшасы. Итак, в соответствии с шастрами, общество можно разделить на три эти части. Те, кто настоящие вишну-бхакты, обладают, в них преобладает сатва-гуна. А асуры полностью противоположны им. Они постоянно наслаждаются, стремятся к наслаждениям. Гуру и вайшнавы даровали нам путь, с помощью которого мы можем совершать харибаджан, жизнь в храме, совершение дхама парикрамы, санкиртана. Духовные выставки. А Прабхупад даже хотел открыть женский ашрам. И там в Гадроме есть женский ашрам. Но спустя какое-то время Прабхупад осознал, что этот ашрам не может благополучно существовать. Как Кали, плача, говорит Кришне, что делать? Когда плохое расположение звезд, то есть порой из-за планет у нас появляются, из-за расположения определенных планет у нас появляются проблемы в жизни. Точно так же человек не, то есть, и это неизбежно, точно так же человек не может избежать свою природу. Если мы попытаемся, если человек пытается это сделать, так или иначе, в соответствии с определенными обстоятельствами, эта природа вылезет. Но
Но все же свою грязную природу можно избежать ее влияния, если мы будем постоянно под руководством гуру и вайшнавов, потому что в таком случае мы придаем ее под руководство, под их руководство. Если мы не предались на 100%, до какой-то степени лишь предались, та часть, которая лишена предания в нас, остается под нашим контролем, под нашим руководством. Если сердце грязное, то природа даст о себе знать. Грязная природа. Поэтому это Прабхупад и сокрушался. Я хотел открыть женский ашрам, но спустя какое-то время Прабхупад осознал, что там столько проблем. Ругань между жителями Матха, конфликты с окружающими, с соседями Матха. То есть майя сделала невозможным существование этого женского ашрама. Если вы осознаете шлоку, с которой я сегодня начал, вы преодолеете. Проблемы, которые вызваны телом и умом. В ней говорится, что наше тело — не что иное, как моча, кровь, испражнение. Сидя на Вьясасане, касаясь Туласи, я говорю, что я ненавижу свое тело. Из-за него я трачу свое время на принятие прасада, на посещение туалета и так далее. Оно не позволяет мне совершать баджан. От него исходит грязный запах, плохой, дурной запах. Когда человек умирает, за один день от него появляется ужасный запах. Таково это тело. Так какие наслаждения возможны в таком теле? Возможно ли вообще в нем наслаждаться? Я даже знаю случай, когда юная девушка, когда один человек позарился, то есть был привлечен телом умершей девушки. Об этом написали в газетах. Так или иначе, это тело, эта материя предаст нас. Поэтому мы не должны доверять ему. Мы день и ночь должны быть в полном предании гуру и вайшнавам. Рагунанда Госвами говорит об этом. Когда вы испытываете вожделение, когда у вас появляются какие-то проблемы, вы должны взывать: «О, Рупа, Рагунатха, Санатана, Джива Госвами», то есть перечислять всех вайшнавов. Почитайте Манах Шикшу Рагунатха Даса Госвами. Нужно взывать к ним и молить о помощи. Я беспомощен. Помогите мне, Прабхупад Бхактивинод Такур. Итак, чистота ума очень важна в вопросах баджана. В противном случае баджан совершать невозможно без чистоты ума. Итак, сегодня день явления Бхагавана Варахадева.
Бхагаван Хари принимал образы, различные образы, как он приходил как птица, как человек, даже как рыба. Вот также он принял образ Варахи, Индрисинги. Принимал образы кшатрия, брамана и полубога Ваманадева, младшего брата Индры Махараджа. То есть Бхагаван приходил в разных воплощениях, чтобы показать, что я с вами. Какую бы форму ни принимал Бхагаван, он не перестает им быть. Его божественная форма не может быть разрушена, удалена. Несмотря на то, что время не так много, но мы должны поговорить о высокой Сиддханте. Первый вопрос. Почему пришел? Бхагаван в образе Варахадева. Майтрея Муни спрашивает, почему пришел Варахадев? Точнее, Видури Махарадж спрашивает. А Майтрея Муни отвечает. Откуда, как возникли Хирани и Хираньякашипу? На Вайкунтхе живут Джая и Виджая, два спутника Бхагавана. У Брахмы было четыре сына, которые хотели встретиться с Бхагаваном, и поэтому они пришли на Вайкунтху. Но Джай и Виджай, стражники, не позволили им войти. Чатуршан преградил им дорогу. Чатуршан спросил, почему вы не пускаете нас? И он проклял Джая Виджая. Я вкратце расскажу эту историю. Проклятие заключается в том, что они должны были снизойти на землю. То есть я не могу сказать «пасть», потому что свайкунхи не падают. Они, в соответствии с проклятием, должны были снизойти на землю и родиться здесь, как демоны. Как Хирани и Хираньякашипу. Как сыновья Дити. Дакшапрджапати.
Anyway, so point is that when somebody going to Vaikuntha, there is no possibility to fall down. Конечно, если кто-то достигает Вайкунтхи, он уже не может пасть. Но почему же Джая Виджая, почему это произошло Джая Виджая? Это шлока из Бхагавад-гиты, в которой говорится, достигнув Вайкунтхи, невозможно пасть. Но почему же это произошло с Джая Виджаем? Ответ заключается в следующем. Когда Чатуршан стал раскаиваться в том, что он проклял. Сам Бхагаван сказал, ты сделал это в соответствии по моему желанию. Я хотел этого. Because Bhagavan is always complete, but still, sometimes Bhagavan like to play some lila. What is the lila? Порой Бхагаван хочет устроить какую-то особую лилу, чтобы испытать вира-расу, которая, возможно, при сражениях, противоборстве. Конечно, Бхагаван самодостаточный, ни в чем не нуждается, но порой у него возникает такое желание. Он хочет с кем-нибудь драться, сражаться. С кем-то, кто может противостоять ему. В этом материальном мире нет подобных личностей. Именно поэтому он избирает Джая и Виджая, своих личных спутников, на эту роль. Он устраивает так, что те получают проклятие, падают на землю и уже здесь встречаются с Бхагаваном. Итак, они были прокляты, пали на землю и приняли рождение как сыновья Дити. Стали известны как Хиранья и Хиранья-Кашипу. Конечно, если бы у них не было такого враждебного настроения, они не смогли бы сражаться с Бхагаваном. Ведь для того, чтобы с кем-то сражаться, необходимо ненависть, необходимо враждебное настроение. В пример я могу привести один случай. Случай, произошедший в одной семье. Однажды, то есть когда ребенок подрос, он спросил, где мой отец. Мать ответила, он бросил нас, он оставил меня. Я не знаю, почему он это сделал. Через какое-то время ребенок встретился со своим отцом. Это происходило в Испании, и там устраивались противоборства между разными людьми.
Это были королевские игры. Сам царь устраивал это. И был избран самый выдающийся борец, и царь провозгласил, кто сможет сразиться с ним. Кто-то, кто с ним сможет сразиться, лишь кто-то, кто не уступает ему. И из толпы вышел этот человек. То есть это был сын как раз-таки этого знаменитого борца. Он вышел на ринг, и они стали... Началось безжалостное сражение. Но этот человек, сын, понимал, что он дерется с отцом. Он понимал, что это его отец. И это делало его слабым в этой битве. Он поэтому не мог драться в полную силу. И поэтому отец убил сына, но тот не знал, что это его сын. Когда тот уже вонзил нож в его сердце, тот закричал: «Отец, отец!» И только тогда этот человек осознал, что он убил собственного сына. Так вот, когда Джай Виджай не зашли на эту землю, Шрила Вишванатха Чакраварти Такура следующим образом описывает причину их падения. Спутники Господа обладают... желанием наслаждаться различными расами в играх с Господом. И придя сюда, они не были подобны материалистам. Те, кто обладают йогическими способностями, они могут принять разный облик. Так, например, как это сделал Хануман Махарадж. Когда он пересекал океан, когда он пересек океан, одним прыжком он встретился, он хотел найти Сито Деви. Но Сито Деви была спрятана в дремучем лесу. Все-таки Хануман отыскал ее, и когда пришел к Сите, он смог распознать ее благодаря кольцу на ее пальце, которое подарил ей Рамачандра. То есть он, приняв тонкий облик, тонкую форму, смог ее обнаружить. И йоги могут превращаться в... принимать крошечную форму. И что-то подобное сделали Джай Виджай. То есть они, явившись, придя сюда, не были подобны материалистам. Хираньякашипу был старшим, а Хираньякша младшим. Несмотря на то, что Хираньякша родился первым, Then Hiranyakashipu, then Hiranyakashipu. So naturally, when coming out, younger brother first coming, elder brother,
У обоих было демоническое настроение. Они постоянно искали того, с кем они смогут насладиться битвой, с кем они смогут подраться. Они хотели драться. Они приходили к Варуне и говорили: «Мы слышали, ты очень могущественный, хотим сразиться с тобой». Руки чешутся, хочу драться. Бхагаван Шанкар. I find nobody matching like you, with whom I can fight. Oh, idiot! You like to fight with me, huh? By the desire, by the blessing of, you know, Shankar is getting so many hands. Now Shankar Bhagavan say, well, you like to fight with me, acha. You can get satisfaction very shortly. Very shortly you can get, sir, where, for some day. Matching you can find. Then, when meeting with Bhagavan Sri Krishna, I am not going in details, what happens? Bhagavan going to cut all hand. Like banana tree. One cutter, banana tree. Ванасур, хотя у него было очень много рук, Шивджи, духовный учитель, его даровал ему много рук, а он не мог усидеть на месте, хотел сражаться, и подходит к Шивджи, говорит к своему духовному учителю, говорит: «Гурудев, хочу драться, давай с тобой драться». Шивджи говорит: «Ну, как ты, ты же ученик, как ты можешь подобное говорить?» И в конце концов отрубил он ему все руки. И оставили всего 4 руки, и он был наказан так, чтобы больше он, чтобы он подобных ошибок больше не совершал. И вот подобное настроение было у Хираньякши, Хираньякашипу. Хираньякша говорит: «Я слышал, что Бхагаван, Верховный Господь, необыкновенно могущественен». Я слышал, другой сказал: «Я слышал, что он сейчас где-то на Расатале, чтобы он там освобождает землю». И они отправились туда. И увидели там Бхагавана, который двумя клыками держал землю. То есть он был в облике зверя, в облике кабана. «А ну-ка, оставь нашу землю», — сказали они. «Это Брама дал нам как пожертвование эту землю. Если ты сейчас меня не послушаешь, я тебя убью». Бхагаван молчал. Постепенно он выходил из воды, но при этом держал землю на клыках. Он достал землю из воды. И с этого началось много проблем. Один момент, и многие об этом не знают. Варахадев приходил дважды. Первый Вараха явился Швет Вараха Кальпу, как Свайамбу. Это могут понять только те, кто зрелы в баджане. Giving instruction to Sanda, you can start creation.
Брахма дал наставление своим сыновьям. Творите, начинайте производить творение. Но те сказали, земля погружена в воду, как мы можем творить? Брахма удивился, как такое возможно? Как-то она погрузилась в воду. Хорошо, как же я теперь освобожу? Как можно что-то сотворить? Как можно исполнить наставление Бхагавана? Так он погрузился в размышления об этом, а между тем из его левой ноздри вылетел Бхагаван в образе варахи, подобный комару. Брахма подумал, да, то есть Брахма удивился, что это. Затем это что-то начало расширяться, увеличиваться. Глядя на это, Брахма понял, что это сам Бхагаван. Постарайтесь понять, что в свет Варахакальпа еще не было никакого творения. Так откуда там могли появиться Хирани и Хираньякашипу? Еще ничего не было сотворено. И в связи с этим Шрила Рупа Госвами, Джива Госвами объясняет, что было два явления Варахадева. Первое — тот, кто вышел из левой ноздри Брамы, тот, кто поднял землю из вод и исчез. В Матхуре есть божество двух варахи, двух варах. Итак, первый швет Вараха зовется, а второй швет, а второй Вараха. Там был белый Вараха. А второе явление Варахи. Произошло, когда земля вновь погрузилась в воды. И именно тогда произошло сражение Господа с Хираньякашипой Хираньякшой. Но порой две эти явления этих аватар объединяются в одно. Когда будет Шиваратри, мы поговорим о Чакшушманвантаре и о том, как Дакша, который нанес оскорбление Шанкар-Бхагавану, оставил тело, а затем уже родился как Дакша Праджапати в Чакшушманвантаре. И уже тогда он совершил подобную ошибку, оскорбил Нараджи Махараджа. Потому что, посмотрите, природа никуда не уходит. Его природа осталась с ним. Хоть он вроде бы и извинялся перед Шанкар Бхагаваном, тем не менее сердце его не очистилось. Была зависть в сердце. Поэтому-то он и родился как Прачетан Дакша. So many cases, I don't like to speak.
Итак, второе явление Варахи. Он во второе явление он явился как Шьям Вараха. И тогда произошла большая битва, огромное сражение между Хирани и Хираньякашипу и Варахой. Но прежде всего, прежде чем перейти к этому, я хочу рассказать о том, как явились Хирани и Хираньякашипу. Кашьяпа Муни совершал баджан. Между тем, Дити попросил его о ребенке. Кашьяпа согласился, хорошо, но не сейчас, сейчас я занят. Я совершаю баджан, сейчас неблагоприятное время. Но она не послушалась. Сейчас неблагоприятно, сейчас вечер. Вечер — время демоническое. В это время сильны асуры. Это опасное время. Кашьяпа Муни попросил ее подождать, но та не соглашалась. Итак, Кашьяпа Муни подумал, возможно, похоже, это желание Бхагавана. Я уже ей столько сказал, но она меня не слушает. Похоже, что этого хочет Бхагаван. Она говорит, сейчас. Кашьяпа Муни исполнила желание. Затем он принял омовение и начал повторять гаятри для того, чтобы очиститься. «Прости меня, Бхагаван». Похоже, что это наверняка это было твое желание, все это ты так устроил. Затем Дити стало стыдно. Кашьяпа сказал, ты меня не послушала, ты из-за того, что время неблагоприятное было избрано. У тебя родится два сына, но они будут демоны, будут демонами. Дити испугалась. Потому что ты меня не послушалась. Они, эти демоны, создадут много проблем всему творению, а потом умрут. Услышав об этом, Дити заплакала. Но если они умрут, ты хотя бы благослови их на то, чтобы умерли они от руки Бхагавана. Если брахман и вайшнав проклинают, это очень опасно. Поэтому ты хотя бы благослови их на то, чтобы убиты они были Бхагаваном, если им суждено умереть. Итак, последующие 100 лет она сдерживала их рождение. Она думала, что если они... То есть они должны много проблем принести с собой, поэтому лучше она, как могла, отодвигала их рождение. Полубоги боялись
из ее лона исходило свечение, которое сотрясало миры. И полубоги молились Брахме, что происходит, почему все так сложилось, то есть что сейчас происходит, что творится. И Брахма ответил, что Дити пытается задержать рождение демонов. Тем не менее, в конце концов, это произошло. Как я говорил в начале, Чатуршан, придя на Вайкунтху, попробовал войти в первый вход, затем во вторые ворота, и именно там Джай-Виджай не позволили ему это сделать. Из-за этого они были прокляты. Джай-Виджай начали плакать. Они припали к лотосным стопам Чатуршана. «Пожалуйста, прости нас. Мы совершили ошибку. Но ты не должен так жестоко наказывать нас». А между тем, Чатуршан увидел перед собой Бхагавана и Лакшми. Один важный момент. Изначально Чатуршан не был преданным. Но день за днем, слушая повествование Брахмы, он захотел начать баджан. И стал вайшнавом. Но вначале он поклонялся, то есть совершал баджан безличному браману. Когда перед ним предстал Бхагаван с Лакшми Деви, Чатуршан был очень счастлив, он предложил поклон. Very important. When Bhagavan coming in front of them, Chatuṣṭhaṁ simply going to get the smell of tulasi, chandan, agaru, all offered by devotees, na? Is there the lotus feet of Bhagavan? Narayan. When they are going, Bhagavan coming, they are getting the smell of Bhagavan. Когда Бхагаван предстал перед ним, Чатуршан почувствовал запах туласи, чандана. То есть от Бхагавана исходил этот запах. Таким образом, даже через нос мы можем совершать баджан. Когда мы вдыхаем аромат чандана, предложенного уже Господу благовоний, не с настроением наслаждения, а с настроением служения. Итак, при помощи глаз, носа, прикосновений кожи мы можем совершать баджан. Амбариш Махарадж
Как вспомните историю, то есть вспомните пример Амбариша Махараджа, который задействовал абсолютно все, что у него было в Хари Баджане, все органы чувств. Это возможно, но обусловленные души, даже один орган чувств, не могут задействовать служение Господу. First of all, Ambarish Maharaj is going to speak about mind. Because if you are going to apply all your sense organ in your bhajan, suppose you like to engage all your sense organ in your bhajan. Предположим, вы хотите вовлечь все органы чувств в Хари Баджан, но ум при этом ваш не задействован. Тогда не может речь идти ни о каком баджане, не будет баджана. Амбариш Махарадж задействовал свои глаза, которые смотрели на божество, нос в вдыхании ароматов, предложенных Господу. Язык задействовал в принятии прасада и харикатхе. Все органы чувств он задействовал. They were busy with akshar, akshar means one akshar, Brahma akshar, or that, previously. But now, after getting spell, after hearing so many harikatha from Brahma, they like to reach that place, and finally get to get spell, and they are feeling some reaction by taking the smell from the lotus feet of Bhagavan, Chandan, Tulsi, Agaru, Alkami. Then they are feeling very happy. Reaction. Reaction means bhakti. Reaction means bhakti. Now here question is there. Bhagavan coming here. Chotushan going to beg for pardon. Bhagavan. Итак, Бхагаван this way we got. Предстал перед Чатуршином, и Чатуршин сказал: «Это была моя ошибка, пожалуйста, прости меня». Но Бхагаван ответил: «Нет, это не было твоей ошибкой, это было мое желание. Я устроил все так, чтобы ты сделал это». И так как Чатуршин уже проклял, он не мог назад забрать это проклятие. И Бхагаван сказал: «Не переживайте, в конце концов вы вернетесь ко мне. Если вы будете расположены ко мне, вам придется затратить 7 жизней. Но если вы примете облик моих врагов,
тогда, если будете враждебны ко мне, тогда потребуется всего три жизни. Так они родились, как Хираньякашипу, Равана Кумбхакарна, а затем Шишупала и Дандавакара. Джагай Мадай — это то, что выходит, это исключение, потому что Бхагаван хотел наделить их премой. Итак, сам Бхагаван устроил все так, что они не зашли сюда, в материальный мир. Для того, чтобы насладиться битвой, сражением. Как я уже рассказывал, вот эта вот история между мальчиком и его отцом, то есть с сыном, выросшим уже, и отцом, он не мог с ним в полную силу сражаться, потому что знал, что перед ним отец. И то же самое происходило здесь, когда... Хирания и Хираньякашипу приняли враждебное настроение Господу. Нараджи Махарадж сказал, что для того, чтобы получить освобождение, необходимо памятовать о лотосных стопах Господа. Камса враждебно относился к Господу, он завидовал и ненавидел его, и постоянно думал о нем. Он принимал омовение, глядел в отражение на воде и видел там Кришну. Повсюду видел его и думал о нем. Ненависть, враждебность — такая вещь, что не забыть о ней. То есть она не дает покоя. Заставляет постоянно думать о враге. Об этом говорится в шастрах. Шанкар Бхагаван говорит. Деви, если... Кто-то нападет на нас с ножом, порежет нас, мы можем это вытерпеть, будет больно, но мы стерпим. Но когда кто-то оскорбляет нас горькими словами, это создает рану на сердце. И это гораздо больнее. Это сказал Шанкар Бхагаван своей супруге. Итак, на протяжении... Если Бхагаван говорит, что если вы хотите уже через три жизни прийти назад, нужно вам принять образ моих врагов. И они приняли решение, да, мы хотим как можно скорее вернуться. На самом деле, сражение произошло между Хираньякшей и Варахой, чем Варахой.
Когда Вараха Бхагаван зашел в воду, он мотал головой. И когда он из-за того, что он встряхнулся, так тряхнул головой, и из него, из Он потряс гривой, и из этого, из нее образовались куши и каш, которые мы используем в ягьях. В храме Кешава Госвами Махараджа Дананда Гаудия Матхи божество изображено, божество Варахи изображено как нижняя часть тела человеческая, а голова кабана. Так Бхагаван является каждому в соответствии с бхакти своего преданного, с видом бхакти. Коладвип назван в честь Варахадева. Другое название — аппарат Бхаджан Пат. Один браман поклонялся Бхагавану с водой Ганги и листочками Туласи. И в один день сам Бхагаван явился перед ним. Это описано в Парикрама Канда в книге Бхактивинода Такура. Бхагаван принял образ Варахадева и явился этому преданному. Тот предложил ему поклоны. Итак, Бхагаван принимает, когда приходит к преданному, принимает образ в соответствии с бхавой преданного. Бхагаван может, то есть Бхагаван приходит в соответствии с бхавой преданного, в соответствии с тем, в соответствии с нашим мышлением. В Бхагаватам описано аватара Господа как черепаха, как черепахи. Корма аватара. Кто-то поклоняется Вараха, Бхагаван как в форме Варахи, кто-то в форме Нарасинги. А Хануман же поклонялся царю Пуруша Варши с Ариштасеной. Народ Такор также пишет в киртане, что все
происходит в соответствии с настроением баджана. То есть настроение нашего баджана проявится, когда мы достигнем совершенства. Не тратьте свое время, время уходит. Та золотая возможность, которая есть сейчас у вас, я уверен, что никогда у вас уже не будет, ни в следующем рождении, никогда не за дешевыми вещами не бегайте. Они же как испражнения, зачем вам туда бежать? Вы же потеряете все. Поэтому не нужно придавать значение никаким дешевым вещам. Прекратите, оставьте их. Идите вперед и совершайте больше служения, если вам это действительно интересно. Постарайтесь отбросить все эгоистические интересы, чтобы достичь успеха. Я умоляю вас, я прошу вас. Дело ваше, послушайте вы меня или нет. Итак, Шьямвараха. Ничего не отвечала на оскорбление Хираньякши. Просто молчал, но в конце концов он сказал: «О, я как раз ищу такого глупца, как ты, который скоро должен умереть, и тело его съедят стервятники». Тогда Шьямбарахадев поместил землю в определенное место, и битва началась. Хираньякша сказал: если ты... Дай-ка посмотрим, кто из нас победит. Если ты настоящий герой, то что ж ты себя так превозносишь? Разве героям нужна какая-то философия, какая-то мудрость? А Бхагаван и глазом не повел. Тот нападал. Суть в том, что Бхагаван не собирался с ним серьезно сражаться. Но Хираньякша на полном серьезе, то есть со всей серьезностью сражался. Потому что... То есть Бхагаван-то помнил, что это же мой спутник с Вайкунтхи. Он просто играл с ним, а Хираньякша этого не помнил и воспринимал происходящее со всей серьезностью. I can remember, very small. I used to be very interested. Now monkey men get all boys coming. Oh, we can see. Give some donation. Somebody give chapati, these there. Used to see. So this way actually Bhagavan going to play with him. Bhagavan not fighting seriously. But how he can fight? Because Bhagavan is my parsa. Now taking this form. Whereas Hiranyaka have no idea. He forget everything. That is why it is possible for him to fight with Bhagavan seriously, to kill Bhagavan. Now fighting going on for hours. Битва шла на протяжении многих часов. From morning time, fighting going on. С самого утра. Then Brahma or demigod
Брахма и полубоги пришли на место битвы. Они были озадачены. Бхагаван, то есть Вараха Бхагаван никак не проявлял никаких действий, чтобы победить Хираньякшу. И они озадачились. Похоже, что Хираньякша победит Бхагавана, он убьет его. Тогда Брахма сказал важные слова, особые важные слова. Бхагаван, постарайся принять прибежище Майя, войти под ее влияние, и затем ты сможешь убить его. Не йога Майя, он сказал Маха Майя. И встает вопрос, ведь это оскорбительно, чтобы какой-то преданный советовал Бхагавану принять прибежище, то есть войти под влияние Маха Майя. Разве может какой-то преданный давать наставление Господу? Но суть в том, что Брахма обладал любовью и привязанностью к Бхагавану. Он был его учеником. Так Брахма попросил Прабху: если ты будешь так сражаться с ним, ты никогда его не победишь. Ты обладаешь любовью к нему, поэтому не можешь и ударить его, как необходимо. Поэтому тебе нужно попасть под влияние Майи. И благодаря ей ты сможешь воспринимать его как своего врага. И Бхагаван послушался, и началась огромная битва. Брахма сказал, что нужно убить, то есть до 12 часов нужно было убить Хираньякшу, поскольку после 12 у них, после 12 дня у них повышается, у демонов повышается могущество. Как, к примеру, сова, она беспомощна днем, но ночью она опасна. Она не может, сова не может видеть, когда светло, когда видят все, а когда темнота — это ее среда обитания, и поэтому она сильна. Поэтому Брахма возмолился Господу: не откладывай, уже почти 11:30, ты должен немедленно убить, расправиться с Хираньякшей. В противном случае он обретет могущество.
после 12. Он создал так много проблем всем нам. Все творение страдает от этого негодяя. И тогда Бхагаван стал сражаться с ним со всей серьезностью. И в конце концов он пронзил шею Хираньякши своим клыком. Так Хираньякша оставил тело. После продолжительной битвы. После того, как Хираньякша умер, все полубоги начали бросать лепестки в Варахадева и кричать «Джай Варахадев, Джай Бхагаван». Итак, сегодня Вараха Двадаши, мы почитаем этот день. Если мы следуем Экадаши, если мы принимаем прасад, то на следующий день мы должны выйти из Экадаши. В определенное время, если этого не сделать, Экадаши, следование Экадашам не считается, не засчитывается. Поэтому мы принимаем зернобобовые в день, в этот день, в день явления Варахадева. Те, кто полностью постятся на Экадаши, на Варахадвадаши, они могут выйти водой, каплей воды. С одной стороны, вода прекращает пост на Экадаши, а с другой стороны, не прерывает пост на зернобобовые в день явления Вишну Аватары Варахадева. А на следующий день, день явления Нитьянанды, и также необходимо продолжать пост. Наша Гуруварга в этом случае советует, прежде всего необходимо отдать приоритет Экадаши. Вы можете принимать фрукты, овощи, на следующий день принимать зернобобовые, чтобы выйти из Экадаши, а затем Нитьянанда Трайодаши, опять Экадашный прасад. А затем уже выходить из него, из прервать пост. Ведь в век Кали люди очень слабы, если они будут поститься, умрут. Так или иначе, по желанию Нитьянанды Прабху, я на Экадаши постился полностью и даже не почувствовал этого. И не испытываю никакой слабости. Итак, сегодня на Варахадвадаше мы памятуем о Варахадеве. На этом я остановлюсь. Запомните шлоку, с которой я сегодня начал. На всю жизнь. Мы должны ненавидеть тело и совершать баджан, материальное тело. Лишь глупцы наслаждаются материальным телом, но пандиты, по-настоящему разумные личности, понимают, что материальное тело — это оковы. Природа вайшнавов — прощать. Я помог человеку, много помогал человеку, а теперь он хочет меня убить. Вайшнавы должны прощать.
Если вайшнавы не будут прощать, кто будет прощать? Материалисты этого сделать не могут.